Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал, и сегодня я начинаю снимать влог, наверное, такой домашний получится, не знаю, посмотрим. И прежде я вам хочу показать свой заказ с интернет-магазина AliExpress. Все о нем знают, конечно же, и это прям у меня, знаете, такой заказ, ожидание, реальность, вот прям стопроцентная. Но прежде чем показать, я бы хотела порекомендовать вам использовать при любом заказе, вообще через любые интернет-магазины, пользоваться кэшбэк-сервисом. Я пользуюсь ими всегда, мне это очень приятно, когда с покупок возвращается какая-то денежка, которую можно потом накопить и на что-нибудь потратить. И я вам хочу порекомендовать кэшбэк-сервис SmartySale, который можно установить на мобильный телефон, то есть скачать мобильное приложение. Это очень классно, потому что лично я всегда делаю какие-то заказы через телефон, мне это очень удобно. И также в нем есть круглосуточная поддержка. Это тоже для меня очень классно, потому что я делаю заказы в основном вечером, чуть ли не ночью. И когда можно связаться по каким-либо вопросам в любое время, это очень классно. Также в этом кэшбэк-сервисе более 1100 любимых магазинов. И SmartySale также предоставляет очень выгодные комиссии до 50%. Мне кажется, это очень классно. И ну, это такая, знаете, маленькая экономия, как говорится, копеечка рубль бережет. И ссылка на регистрацию в кэшбэк-сервисе SmartySale будет внизу в инфобоксе, так что обязательно переходите, регистрируйтесь и совершайте выгодно покупки. Ну, а сейчас давайте я вам покажу свой заказ. Я вообще хотела в преддверии лета, не знаю, почему-то ближе к лету мне очень захотелось нарисовать картину, но так как я рисовать не умею от слова совсем, я решила себе заказать картину по номерам. Я очень долго выбирала эту картинку, думаю, ну прям стану художницей, стану такой умничкой, а то только мама у меня рукодельничает. И мне прислали картину. Она уже разукрашена. Девочки, она уже разукрашена, боже мой. В общем, сейчас я вам переверну камеру, ее покажу поближе. В общем, у меня муж там вроде открыл спор. Ну, это вообще кошмар, я не знаю. Вот так вот выглядит эта картинка. Девочки, какой кошмар. Ну, вот так вот. Вот видите, моя попытка заниматься каким-то рукоделием, она сошла на нет. Но эта картина, кстати, выполнена на холсте. И прямо очень качественно сделана. И я ее в какую-нибудь, ну, рамочку надо для нее будет купить. Или, может быть, отдам в багетную мастерскую, не знаю, посмотрю. И куда-нибудь повешу, потому что сама картина выполнена прям очень-очень классно, прям на холсте. Но я хотела нарисовать сама. Я прям хотела вот так вот, представляете, долго, муторно сидеть, все это разукрашивать. Но вот так вот. Спасибо AliExpress, отбили мне желание работать. Итак, вот мама у меня будет готовить салат. Она у меня уже тут, умничка, напекла оладушек. Из чего? Из старой активии. Активия? Активия старой. Тоже, да? Да, старой активии. Вот. Вот, а сейчас будем салат. Ты мне купила, я просила это фасоль двух цветов. Ну, ты купила одного цвета. Ну, ладно, будем еще готовить из этого. Я как всегда. Да. Во всем виновата, значит, да? Вот это красная фасоль. А как называется салат? Не знаю, фасолевый все. Фасольная, да? Вот такая темно-красная фасоль. Угу. Вот это купила. Пол пакетика. Вот. Я ее замочила на ночь. Ну, как всегда делается. Замочила на ночь. Сливала воду, пока вот тут вечером было. Потом, значит, сварила. И вот она такая вот, сваренная такая вот. Не очень разваливающаяся, но вот так вот. В этот раз удачная фасоль. Потому что иногда бывает такая прямо вот. Значит, я ее отварила в дуршлаге, она мне сегодня весь день стекала, но все равно мокренькая осталась. Вот. Ну ладно, ладно, вот так. Значит, в этот салат входит фасоль, лук, огурцы, помидоры, сыр. Ну, зелень, если есть. Сыр можно не добавлять, но вот лук, помидор, как бы все время. Значит, что делаем? Нарезаем. Лучок. Лучок нарезается мелкой крошкой. Нарезала меленько, совсем меленькой крошечкой.
Помидоры и огурцы нарезаем тоже кубиками. Нарезала. Теперь нарезаем это самое, помидорчики. Помидорчики тоже такими небольшими кубиками нарезаем. Я нарезала помидорчики этим. Теперь сыр. Так, немного. Посмотрим по вкусу. Сейчас так. На терочке. На крупной терке. Да. Ну, не так уж и много салатов вот из фасоли, если так уж говорить. Так. Угу. Особо. Много знают, вот знаешь, вот эту фасоль любят вот грузины, там вот с Кавказа, армяне, у них же фасоль. Ну там тоже, в принципе, наверное, такой вот. Ну, я еще два знаю по салатика и все. А так, в принципе. Да. Вот. А теперь, значит, кладем. А теперь мы кладем фасоль. Если останется, ничего страшного. Все, не все, посмотрим. Уже все. И то не все. Вот. И вот такая вот такой весенний. Можно этот самый. Сюда еще зелень можно, что есть. Угу. Вот можно вместо репчатого лука зелененький положить. Ну, вот такой вот он. Как бы и овощи, и белок, и в общем все. И заправлять это маслом. Масло на любителя. Конечно, вот сюда бы я бы, например, бы добавила бы. Помнишь, у нас было масло такое с травой, оливковое, как оно? А льняное не подойдет? Ну нет, не надо, льняное нет. Угу. Это ты можешь себе отдельно в тарелку попробовать. Все, соль. Кстати, соли нет. Соли нету. Соль не купила. Да. Купи сразу 5 пачек. Вот. И масло добавить. Можно перец. Там уже кто чего любит. Но главное, основное вот такое вот. То есть можно перец, любые. Можешь перец. Нет, перчик сюда не надо. Я имею в виду перчик черненький, например, кто любит. Угу. Масло любое. Майонез сюда невкусно будет. Не будет вот этой красоты. Ну да, и жирно очень будет. Да, и будет жирно. Вообще фасоль, мне кажется, она не любит майонез. Она любит масло растительное. Она. Все? Ну, дай попробовать. Попробовать, ради бога, попробуй. Как насчет. Очень вкусно. Вкусно? Да, я попробовала. Очень вкусно. Угу. Вот. Вот такой салатик. Можно огурцов не добавлять, побольше помидорков. Можно. Ну да, уже по вкусу. Как можно, да. Побольше сыра. Можно побольше сыра. А сыр у нас какой? Российский. Российский, как всегда. Так что вот такой вот, девочки, салат. Вкусно, сытно, из остатков. И полезно. Да. И сейчас, кстати, вот у меня на губах из предыдущего видео, да, где я делала макияж, я там показывала вот эту помадку Maybelline, которая 835 оттенок. Вот так вот она выглядит, такая розовато-красноватая, вообще классная помада. Я вам под тем видео оставила ссылки на магазин RivGauche. Я не знаю, где еще можно их заказать, в каких-то других, если интернет-магазинах, но в RivGauche сейчас получается самая выгодная цена, 189 рублей, поэтому я советую идти. И, ну, конечно, помады сложно, мне кажется, по интернету вообще заказывать. Ну, потому что, ну, всегда можно не попасть, всегда камера немножко как бы подсъедает цвет, ну, цвет, да, может быть более такая насыщенная или наоборот, менее какая-нибудь красная и так далее. Но очень, очень вам советую, если вы еще не пробовали, прям советую. Вот, ну, а мы сейчас с мальчиками еще хотим поехать сегодня в кино, посмотреть мультик.
Я хотела пойти на этот новый, сейчас вышел Дамбо про слоненка, но что-то я посмотрела трейлер на него и подумала, что я буду плакать, поэтому нет. Решили пойти просто на мультик. Вот, и заберу еще свой заказ Faberlic и покажу вам, что заказала. Он у меня, кстати, какой-то маленький. Я тут подумала, что я делаю такие маленькие заказы? Надо один раз заказать нормально уже все, что я хочу, и все. А то я все что-то мельчишу там. Ну, в общем, все вам покажу. Ну что, мы уже собираемся с мальчишками ехать в кино. Вот, хотела вам показать свой наряд дня. Я не знаю, интересна вам такая тема или нет, обязательно мне напишите. Помада сейчас на мне другая, это 165-й, который. Вот, нанесла ее, мне кажется, она сюда больше подходит. Вот такое у меня пальто, у нас сейчас на улице 9 градусов, так что решила уже одеть пальто. Вот такое, это марка Be Free, по-моему, как-то так она называется. Такое, ну, оно небольшовато, кстати, но оно такое, типа, а-ля оверсайз. Так, здесь застегивается, идет как, не знаю, пиджачок такой, наверное. Вот, джинсы черные, как всегда. Вот такая кофточка красная. Вот это и вот это, не помню, где покупала, по-моему, на Ломоте где-то заказывала. И мои New Balance, любимые, неубиваемые. И моя любимая вот эта сумка от Ребекки, тоже неубиваемая. Вот, так что вот такой вот у меня наряд дня. Ну и, как обычно, хвостик. Кстати, меня вот в таком виде можно чаще всего встретить. Вот. Но вы напишите вообще, интересна вам такая рубрика, что если я куда-то буду ехать, брать вас с собой, буду показывать, как я одета. А парфюм, меня, кстати, как-то просили показать все мои парфюмы. Вот все, что у меня сейчас на данный момент есть. Я уж о них рассказывать не буду, потому что есть много видео, где я отдельно про них все снимала. Сейчас у меня все мои парфюмы затмило вот этот Miss Dior Absolute Blooming. Вот, не знаю, не могу, пользуюсь им просто уже, наверное, второй месяц пошел. Больше никакие вообще не хочу брать. Вот такая вот у меня получается полочка моя с парфюмами. Вот, напишите, каким пользуетесь сейчас вы, потому что я выставляла уже в Инстаграм тоже, вот, но сейчас не знаю, у меня что-то вот прям любовь-любовь к нему, но понимаю, что хочу что-то еще другое, а что, не знаю, захожу, знаете, в Литуаль, в Ревго, сейчас, кстати, в Литуале вроде бы скидка на парфюм, я не знаю, надо будет посмотреть, какую-то рассылку мне Литуаль присылал, вот. Напишите, каким вы пользуетесь, я хочу пойти что-нибудь потестить интересненькое, такое более легенькое, уже более на такую теплую погоду. Вот. Так что обязательно напишите. Пона. Мучают нашу песину. Пона. Ты подкинь ей, как ты подкидываешь? Оп, почти поймала. Она, кстати... А тогда было, как она вот так вот... Уй, хау! Так она не отдает мячик. Вон, отдай мячик. Отдай мячик. У меня есть хитрый способ. Как берем вы? Веточку. Вон. Же я не дурочка, мячик не отдам. Так, забери прямо изо рта. Ха! И забирай. Раз, два, три. Ну как ты? Ну поймала. Ну понятно, что поймала. Ты поймала, да? А ты чего там стоишь? Расстроился? Кстати, а вот чего ты расстроился? Вот этих парках бывают паучьи живут. Что ты расстроился? Что у тебя случилось? Лёва тебе что-то не дал? Да? Ну говори, ой, что это случилось-то? Ладонь. Чего ты расстроился? Ну-ка отвечай. Маме тебя пожалеть. Иди пожалей. Бона, Бона. О, Бона, папа Бона. Приехал. Бона, 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 Бона. Бона, Бона. Да она не будет, она папу уже встречает. Так, мы уже приехали домой, сходили с мальчиками в кино и получила я свой заказ в Faberlic в маленьком таком пакетике. Сейчас покажу, что заказала. Значит, взяла вот это вот средство для геля очищающего для туалета. Попробую обязательно его. Потом взяла концентрированное универсальное средство для кухонных поверхностей. У нас как раз закончилось.
И к нему, кстати, взяла вот этот, ну как этот, распылитель. Так, дальше взяла вот этот с аромакапсулами. Розовенький, он мне тоже очень понравился. Вот у него артикул 11037. Очень классный, мне он очень сильно понравился. Так, дальше опять каталог. Так, я и не отказалась. Дальше взяла вот такие бритвы. Это, ну, можно попробовать себе. Может, одну возьму. Посмотрим. И вот такую пенку для бритья. Мужу ее очень сильно хвалят. Говорят, что классная для мужчин, что очень многим нравится. В общем, муж попробует ее. Также я взяла на пробу вот такую ночная маска для лица. Я ее взяла как бы и себе, и маме попробовать. В общем, сейчас отнесу, мы с мамой распакуем. И два вот таких парфюмчика. Это при заказе. Там, в общем, а вот этот парфюм у меня получился бесплатно. Это какой-то первый шаг. Ну, я на самом деле не особо, видите, Алена Ахмадулина. Вот такой аромат. Значит, я на самом деле не особо, так как я не собираюсь Вибрилик использовать в качестве бизнеса там какого-то и тому подобное. Я не особо всякие вот эти акции, планы там какие-то, знаете, и мне это как бы не особо нужно. И там при заказе, по-моему, при первом заказе, вот этот парфюм один там на выбор можно было бесплатно. А вот этот, я так понимаю, при втором заказе за 100 рублей. Там различные ароматы. В общем, сейчас я попробую и расскажу, как вам. Я тут к маме пришла, принесла ей. Ей очень понравился вот этот аромат. Посмотрите, какой флакончик. Это фаберликовский вот этот, который у меня получился, ну как, бесплатно. Он потому что при заказе, я только не поняла, первом или втором, там можно на выбор выбрать туалетную водичку. Я выбрала, честно сказать, я вообще никак не выбирала. Я самый дорогой положила себе в корзинку, он 2500 стоит. Вот, и как бы и все. Я сейчас маме принесла. Как тебе? Ну, да. Вот это раньше были такие, как это, по-моему, Красная Москва, что ли? Вот такие с кисточками. У меня была коробочка. 100 лет была коробочка. Я... Она так пахла еще тоже. Ага. Ну, надо сейчас... Вообще вкусный запах. Необычный. Ну, кстати, да. Фаберлик на самом деле меня прям приятно удивил, потому что я думала, вот что... Вот так вот резко... А потом такое... Чем пахнет тебя? Пиши. Чем пахнет? Дай сейчас. Такой он не сладкий, а такой немножко... С какой-то кислинкой, мне кисловато... кажется. Да, кисловато, с горчинкой даже. Но не сладкий он. Что очень хорошо. Не свежий, не дерево такое вот. А бутылка красивая. Ну, вообще. Бутылка вообще классная. И аромат, я-то думала, что это, знаете, такая ерунда, вот этот Фаберлик, все. Да. Честно признаюсь. Но оказалось очень даже ничего. Да, очень ничего. Алена Ахмадулина. Да. Певец был Ахмадулин. Альберт Ахмадулин. Да? Да, Ахмадулин такой. Хорошо пел. Он сейчас уже старенький. Вот, очень вкусно. Да, он такой с кислинкой. Мне кажется, на лето как раз сейчас подойдет хорошо. Нет, на весну. На весну? Да. Летом огурцом должно пахнуть. Да? Ну, в общем, мама, короче, у меня его забрала, как всегда. Да, и вот этот... А вот этот мандаринчик, ну, он такой мандарин, но это не чистый мандарин. Нет. Это даже не цедра мандарина, я бы сказала. Это, наверное, цветы мандарина. Да? Ну, мы не знаем, как они цветут. Ты ну, а что это может быть? Ну, это не мандарин. Но это все равно цитрусовый запах. Цитрусовый, такой. Да, но такой он немножко как припудренный какой-то, что ли. То есть да, не... кстати, очень вкусный запах. Тебе тоже нравится? Да, вот это уже такой он более поострее вот становится, вот это. Ну, это каждая да. кожа по-своему, ты понимаешь? Ну да. Вот у меня вот этот поострее, а вот этот... А вот это горчинит немножко. Это вот даже, да, вот ты правильно сказала, как цедра. Ну да. Немножко такая сладковатенькая цедра. Он такой, вот, знаешь, вот как вот у меня сахар такой был апельсиновой цедрой. Да. Да? Угу. Такой апельсинчиком. Ну, он такой нежный-нежный. Да, вот, наверное, скорее цветочком пахнет.
Ну да, то есть не мандарины, даже не цедры, а мандарины. А вот этот острее становится такой вот, знаешь, вот такой. Да, вкусный. Да, а вот теперь свежесть пошла. Он многослойный, вот этот многослойный. Ну вот я и говорю, что я многослойный очень удивлена. Аромат. Да. И вот еще получается вот эта маска меня удивила вообще упаковкой, девочки, посмотрите. Какая упаковка? Я 100 лет не могла открыть, не сообразить, как его открывается. И вот здесь вот вы, получается, нажимаете, и вылезает вот эта маска. Вообще, я почитала там отзывы на эту маску, что очень многие хвалят именно в молодом возрасте за 50, да? Да, девушкам за 50. Девушкам за 50, да. Очень нравится вот эта маска, но я ее тоже попробую. Ну да, она такая. Вот. Ну вот, вот то, что вот так открывается, я вообще... Да. Я думала, с какой стороны... И она, кстати, так... вообще эта серия, получается, не самая дешевая, но она была со скидкой по каталогу. 600 там с чем-то рублей, получается. Ну, в общем, будешь сегодня пробовать? Да. Ну, в общем, вот этот парфюмчик моя мама очень советует, да? Да. Ну, он на самом деле и мне приятный. Такой он как немножко... А вот сладковато, с кислинкой, с каким-то перчиком. Да. Таким достаточно сложный такой аромат. То есть для его цены это 2500. Если не в подарок брать его, да, в подарок получается, когда вы регистрируетесь. Вот, то очень даже. Так что вот так вот. Мама. Да. Мама у меня, короче, забрала все. Одним словом. Вот она у меня, кстати, тут сидит, вышивает. У нее творческий беспорядок. И смотрит YouTube. Да. Она смотрит других вышивальщиц. Да. С наушниками. Наушники у меня, конечно, боевые. Да. Так что вот так. Да. Ну ладно. Отдыхаем. Да. Мама у меня все забрала. Вот. Но могу сказать, что вот этот мандарин, ну он не мандарин. Ну не мандарин совсем. Может быть, какими-то цветами мандариновыми пахнет. Я не знаю. Но не мандарин вообще. Ну то есть я... Мне не очень понравилось вот этот мандаринчик, который мама сказала, будь дома им пользоваться. А вот тот вот, который есть зеленый вот в этом тюбике, очень, прям очень маме приглянулся. Поэтому она сказала, Наташа, я себе заберу. Так что вот так вот. Ну и на сегодня я буду заканчивать свой влог. Я надеюсь, он вам был полезен и интересен. Не забывайте подписываться на мой канал, ставьте пальчики вверх, мне это очень приятно. Оставляйте свои комментарии. Всех люблю, целую и до новых встреч.